Сегодня приготовим самый полезный, сохраняющий все витамины, рецепт из кабачков. Кабачки не жарим, не варим, не тушим, не запекаем. Сперва я нарезаю кабачок тонкими кружочками, приблизительно 1 сантиметр толщиной. Затем кружочки нарезаю брусочками, также примерно сантиметр толщиной. Кабачки перекладываем в пластиковую или стеклянную форму с крышкой. Можно также использовать пакет, но форма будет удобнее. Кабачки идеально сочетаются с чесноком, и мы обязательно добавим сюда 2 зубочка. При этом пропустим, как я, его через пресс или мелко порежем. Один лавровый лист ломаю на мелкие части и также отправляю к кабачкам. Прекрасный аромат придаст кабачкам душистый перец. Чтобы перец интенсивнее отдавал свой аромат, я его придавлю и также отправлю кабачкам. Не забудем и острый молотый перец. Я добавляю хорошую щепотку. Кислоту кабачкам придаст натуральный яблочный уксус, 2 столовых ложки. Вместо уксуса можно использовать лимонный сок. Также добавим 1-2 столовых ложки полезного нерафинированного растительного масла по своему вкусу. Также кабачки посолим по вкусу. Я добавляю 3 чайные ложки. Для сладости добавим 2 чайных ложки сахара или меда. Ложечки беру без горочки. Ну и, конечно, понадобится зелень, свежая или сухая. Я добавляю по пол чайной ложки укропа и петрушки. Уже сейчас пахнет эта кабачковая композиция, ну, очень аппетитно. Теперь я просто накрываю форму крышкой и хорошенько встряхиваю, чтобы приправы равномерно распределились по кабачкам. Сразу попробуем один кусочек, достаточно ли нам соли, сладости, кислоты. Очень вкусно, всего в меру. Кабачки снова накрываем и оставляем при комнатной температуре на полчаса. Через 15 минут снова их встряхнем. Такие кабачки можно съесть сразу, а можно поставить в холодильник. Принцип такой: дольше стоят, вкуснее становятся. Кроме того, что это очень полезные кабачки, они невероятно вкусные. Их с удовольствием едят те, кто думал, что не любит кабачки. И я очень рекомендую вам их также попробовать. Готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал. Спасибо за то, что ставите лайк и пишите свое мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, радости, здоровья. Увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.